В Дом правительства на торжество в честь 90-летия Московской области съехались делегации из всех муниципальных образований региона. Среди них выдающиеся деятели искусства, спорта, медицины, представители администрации городских округов и депутаты. 90 лет – это очень значимый юбилей, и учитывая то, что Московская область – один из самых динамично развивающихся регионов страны, то это для нас очень много значит. Здесь действительно очень много факторов, которые позволяют нам занимать эту позицию. Это и логистика, это и люди. Торжественную часть губернатор Московской области Андрей Воробьев начал с приветственного слова. Юбилей – это всегда повод отметить результаты. 90 лет назад в Московской области проживало 2,5 миллиона человек. С тех пор мы выросли втрое. Сегодня численность региона 7 миллионов 600 тысяч человек. Вместе со столицей мы растем быстрее всех в стране. Андрей Воробьев поблагодарил за работу врачей, спасателей, работников правоохранительных органов, общественные организации, поздравил учителей с грядущим профессиональным праздником. Он также выразил благодарность за плодотворное взаимовыгодное сотрудничество мэру Москвы Сергею Собянину, который тоже приехал поздравить жителей области с юбилеем. Для нас, конечно, очень важно каждый шаг в своем развитии сверять с друг другом и вместе планировать развитие нашего огромного региона. Губернатор Московской области вручил выдающимся жителям региона госнаграды, почетные грамоты и благодарности. Среди лауреатов – спортсмены, ученые, врачи, артисты и общественные деятели. А затем гостей порадовал праздничный концерт, в котором помимо признанных звезд эстрады выступили самые выдающиеся юные исполнители Подмосковья. В их числе – воспитанник детской школы искусств города Видное Лев Таран. Представители делегации от Ленинского городского округа поделились с нами своими впечатлениями о праздновании юбилея, концерте и выступлении нашего земляка. Нас порадовало выступление нашего ученика детской школы искусств «Видное» Льва Тарана. Он последние годы сделал серьезный прорыв на нескольких, так сказать, конкурсах. Без области мы никуда, это наше все, мы часть одного единого пространства, поэтому сегодняшнее мероприятие только положительные впечатления, очень хороший концерт, наполненный именно нашими номерами, наших дарований, молодых и знаменитых, поэтому одни положительные эмоции. В этот день праздничная атмосфера буквально витала в воздухе. Поздравляю я всех жителей Подмосковья, особенно молодежь, которым жить и прославлять наше родное Подмосковье. Мы уходим, но мы знаем, что мы оставляем после себя очень хороших людей. С 90-летием Московской области ее жителей со сцены поздравили народные артисты России Игорь Бутман, Дмитрий Харатьян, Максим Дунаевский, Нона Гришаева и Денис Майданов. Екатерина Борисова, Виктория Филатова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.